Всем привет! Меня зовут Яся. И сегодня я снимаю видео не одна, а совместно с Машей. Привет, ребята, я Маша. Обязательно после просмотра Ясиного видео переходите на мой канал, который Яся оставит внизу в описании. Смотрите мое видео, потому что оно не менее интересное. И если вам вдруг понравится, то можете его оценить пальцем вверх или написать внизу какой-нибудь комментарий. Ну и да, продолжайте смотреть Ясиное видео. Чё, тише бы сказала, но это еще да, вот так, вот с таким приближением. Все нормально. Так что да, после просмотра моего видео переходите на ее канал и смотрите ее видео. Мы с Машей решили снять видео «Повторяем фото блогеров». Это будет очень сложно. Я буду повторять фото Евы Миллер, Марианны Ро, Саши Спилберг и Алены Венум. Ну и давайте поскорее начинать. Поехали! Для фотографии Евы Миллер мне понадобилась вот такая розовая кофточка. Я ее одену задом наперед, чтобы не было видно никаких надписей. У Евы на этой фотографии немного накрашены губки и реснички. Фотографию буду делать на фоне вот такого шкафа. Потом я его сделаю розовеньким, ну и вообще отредактирую всю фотку, чтобы была более похожа. У Марианны Ро голубая блузочка, но у меня не нашлось такой же, поэтому я возьму вот такую вот. К сожалению, на плечи она не отпускается, поэтому буду так. А мордашку я добавлю в фоторедакторе. У Алены Веном на фотографии черная кофта. У меня нашлась похожая. Но я уберу вот этот знак гимнастки и добавлю в фоторедакторе надписи, чтобы было более похоже. У Саши Спилберг белая футболка с черной надписью. Я нашла просто белую футболку у себя. Это школьная. В фоторедакторе я добавлю надпись. А сейчас вы видите, как я пытаюсь повторить лицо Саши. Ну что ж, вот такое видео у меня получилось. Если же оно тебе понравилось, обязательно ставь лайк, потому что я очень-очень сильно старалась. Если ты еще до сих пор не подписан, прямо сейчас подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы узнавать о моих видео самым-самым первым. Ну а я вам желаю любви, удачи, счастья и добра, и всем пока-пока!